Давай по стопке, ты пойдешь. Я машину пригоню и пойду. Не-не-не, Серега. Решу вопрос. Давай пойдем, Серега. Надо уже готовить. Заведу. Возьму еще одну стопку. И заодно возьму ключи и пойдем машину. Да, давай, 3 секунды. Давай. И пультик возьми, а ты отворот постоянно. Там же есть. Да, он квадрат. Нет, вот такой, вот такой квадрат с большими кнопками. Вы вот эту машину купили? Вон ту. А, вон ту? А ты на этой ездил? Купили в том сентябре. Да? Слушай, ну прикольная. Не скажу. А в налоговую работает. Да, говорит, в налоговую работает. В налоговую? Это купили, да? Да. Я уже не записываю телефон. Да нет, тот был много лет, почему? Да не, я просто... Вот, пройдем. Ты же в ТикТоке, что ли? Да какой ТикТок? Да. Как интересно, там этот самый? Да. Вообще жизнь интересная. Жизнь интересная, да? С таким блюдом. Конечно, будет интересная. Он говорит, интересно у вас, я говорю, Толян, жизнь интересная. Тоже выпить хочет? Он больше всех хочет. Где он? Лесос. Заинтересовался. Тут не выпить, это масло. Остался в канистре, у меня было две Финляндии еще. Финляндия закрыта, Толян, да? Да, к сожалению, я не знаю, я подыхаю без заграницы. Мне этот совок уже до того достал. Хочешь, мы с тобой иностранным поговорим? Спасибо. Я не, как, я не такой. Канти Коста. Давайте, за встречу. Алён, давай, давай. Давай. За знакомство. Хорош снимать. У себя ручек. Где сало возьми. Сановсковка. Чей этот ЗИЛ? А это ЗИЛ, блядь, Валера Могила, нахуй. Я говорю, почему Могила, блядь? А он типа двух человек захуярил, блядь. И на его кликуха Могила. Я говорю, можно ЗИЛ его взять? Он говорит, я не буду брать. Ну, типа, хуярит. А у меня спутниковый телефон. Я говорю, звони, нахуй, своему хозяину, блядь, давай с этой Валерой Могилу, иначе она, блядь, не выбраться, нахуй. Короче, а он берет телефон, блядь, как, знаешь, как себе домой, блядь. Лай, привет, блядь, а как жена? Я говорю, сука, там, блядь, 300 рублей в минуту, блядь, пидорас, нахуй, блядь. Короче, проходит там еще час-два, в итоге я говорю, нахуй, это Валера, если что, с Валерой, блядь, мы договоримся, на край дадим ему пизды, блядь. Валерий Могиле. Я начинаю заводить ЗИЛ, блядь. А он не заводился, блядь, больше полугода, блядь. Короче, мы его кое-как, я завел его. А этот мудак, а он просто водил, даже не знаю, как пользовался, блядь, машиной, блядь. Мы заводим его, блядь. Тащим тросом, блядь, этот 66-й, блядь. Там целый стой. Да, молодец, кто там? А он здесь, наверное? А где он был-то? Подожди. Спал здесь. Спал? Он спал здесь, Ань, ты его разбудила. Где? Я не знаю, он был здесь. Он спал, реально. Где спал? Так вы вытащили ЗИЛ-то в итоге? Да, газон, мы на этом да. Трассу. Сейчас газон. Что вытащим? Да это деревня, на холме. Потом вещи мы туда-то тащили. Все, на эту машину. Сварили обед, да. Сушили этот, Серега там его заварил. Потом он говорит, а что мне делать? У меня с собой ничего нет. Вот тебе банка тушенки. И, короче, я там реально до людей 100 километров. Вот все, угу. Реально. Вот как бы там, и, вот... Я, короче, начал делать уже 66-й еще. Завел, потом там и заводили фонтаны вот такие из цилиндров. То есть, ну... Так он вообще захлебнулся, машина? Да, ходит, да. Там все захлебнулось, там все масло, мы все сливали. Короче, завел я эту машину. И что, сделали? Да, слушай, завели. Да? Утопленника. Отправили водилу обратно, все туда ехать. Он спал где-то. Тут где-то вот делать. Кто мешок сейчас изберет? Подрос! Это кто? Это может, Катя, может, наверное. А! Знает, что Ваня.
Серега, так как вы на этот Кольский полуостров-то попали? Саша и Вика. Там видно, это там наша брода. На Кольский полуостров? Мы едем в Арзуга, Умба. Вот, мы с... Сейчас, Толян, сейчас я покажу. У меня два снегохода стоит. На снегоходах я езжу 4-5 раз в году. На квадроциклах. Мать честная. Сходи себе суп-то. А ты покормил детей-то хоть супом каким-то? Он сказал, что он не хочет в отставке. Я не поняла, что это значит. Кто не хочет? А, я сварил мясо, надо суп заправить. Там мясо сварить. Я думаю, надо их покормить. Время-то два, там... чем-то только завтра. Из кого? Свинина там. Свинина. Он бульон сварил. Да, бульон сварил, тебе надо только заправить его. Ну, эти очень дорогие. Я говорю, нарисуй меня. Она говорит, нарисую, но она, если кстати, деньги. Кость, она прибедняется, она научилась портрет рисовать. Она рисовала уже портреты. Удмуртов, кого-то. Я вот его данных продал. У тебя есть Инстаграм? Нет. А что ты там снимаешь? Да ерунду всякую. А кого у тебя YouTube канал-то? Ну да. Что, реально приносит бабка? Я тебе, блин. Если тебе интересно, могу тебе рассказать. Сейчас, ну, только интересно, потому что, потому что как бы люди же там на этом зарабатывают. Я знаю, там где блогер, который миллиардер, я по телеку вижу. Блин, так, водку мы налили. Сало, ну, сало, ну ладно, сало порезали. Сало сиречное. Надо каждому что-то взять с собой. А мы выпить, выпить надо сначала, вот. Да, ведь? Вот, смотри, вот! Я не буду. Разум включился. Мне полсопочки, блин, да, смотри, да? Надо выпить. Угости его горячим салом, пожалуйста. Да не запусти, да не надо. Нет, Толя, возьми, пожалуйста, честно. Ты почувствуешь другую разницу. Знаешь, твои подписчики YouTube канала, значит, должны почувствовать. Я, да, не иностранцы. Давай. Сейчас, подожди, я положу сюда. Положи, знаешь. Ой, давай. За здоровье. На здоровье! Костян, поедим, а сам будет через час, правильно? Только не объедаться. Я все за детей просто больше переживаю, не за нас с тобой и не за Толика. Хоть что, докладываю тебе. Дети рядом с холодильником. Серега, я хочу на шоколадке есть. Ну ладно, вот это бывает. Костян, тут два варианта. Или мы с ними, и контролируем, что они, или мы в коллективе, вот. Сейчас он, наверное, накормит их. Какой-то неформал. Нам еще друзья должны приехать. А сколько друзей? Ты просто, блядь, ебашь на снегоходе. И у тебя там, не знаю, там снег, что ли? Конечно, капусть. Нет, ну слушай, ну я в мае туда езжу, в мае там снег еще вовсю. Вот еще там. А Кольский полуостров, это какой город? Ой, поросенок, что ли? Ну вот мелкий у меня вот такой. Это мелкий? Ну Паша вот гулял. Это Боров какой-то. Я ходил, знаешь, все это квадроциклы, это все. Просто, ты понимаешь, кайф. -20, -25 мороз, останавливаешься. Раз. Что? Стопочку. Да ладно. Их как олени бегут, блядь. Стада олени, блядь. Знаешь, ты знаешь, что такое Эльдорадо? Нет. Ну, ну, ты в том понимаешь, магазин. Эльдорадо? Нет, нет. И радио. Шагируйся от... Что такое Эльдорадо? Ну, наверное, рай какой-то на земле. Рай, праздник, да. Да. И ты понимаешь, что там 300 голов оленей. 300. Вот они... А это дикие олени какие-то? Дикие олени. И ты на снегоходе догоняешь, и он... Я никогда не забуду. Я ебашу на снегоходе. У меня скорость 75 километров. Спидометр. Олень бежит рядом вот так со мной. Он зовет, он, и ты останавливаешься. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот это кайф. Они там были в советское время, разводили оленей. Ага. Как лошадей, которые сейчас там бегают. Разводили, потом нафиг. Все закончился, олени все ушли и размножаются, живут там. Да, там, раз, там, там не поверишь, там было проведено ветрогенераторы, которые в Америке показывают эти, знаешь, вот. Так они сейчас есть там, свет. Да? Они вот так вот валяются, брошены. Мы жили в избе, вот он рядом валяется, брошенный, блядь. Там было проведено или такое ветроэлектричество, блядь. Нет, а сейчас уже новый, уже импортный, наше говно, государство, электричество, как в деревне, там, там 20 жителей, 40 жителей. Ну, там, там, знаешь, Кузамень, Чавань, там такие вот места, где люди живут, там нет электричества. А город там есть какой-нибудь рядом просто? Кандалакша. Кто? Кандалакша, ближайший город. Наверное, 250-300 Кандалакша. Да. Там, в чем суть? Там река Варзуга. Через нее нет ни мостов, ничего нет. Да.
А как переходить? Вот, и вот уже сейчас, они берут паромы. Здравствуйте, да, вы знаете, я вчера на сайте паром, заходил, менял дату доставки на понедельник. Это рабочий, вы приедете на Литовскую рейс, это бизнес-центр, только там понедельник будет работать, я не знаю почему. Или по отливу мы едем, что-то не поменялось. Или зимой по зимнику они ездят, все. Это как же, а кто там живет? Вам спасибо большое, вам, хорошего дня. Слушай, а вы вот так вот, значит, можете, туристов, я уже это сделал, не знаю почему, до вас не дошло, что понедельник. Лосось заходит, атлантический лосось. Это вот единственное место, где у нас... Хорошо, хорошо. Я знаете, что? У меня уже не первый раз такое было. А, завтра тоже будет звонить не вы, может кто-то другой сказать. Я приехал, да? Можно сделать на понедельник доставку? Пожалуйста. И сказал спасибо большое. Своим репертуаром. Доставка. Я, блин, наш дебил. Пишу. Рабочие дни, в рабочее время, блядь. Они звонят в субботу, мы привезли доставку. Ну, я детям заказал всякую. Вот так. Пошли? Да. Ох, пошли. Ты этот самый мазок будет. Так а ты баню затопил уже, да? Может, уже свалил? Он может свалить, да. Как его зовут, кстати? Фред. Ну вы пойдете или что? Раздеваться-то где? Собака дома? А, дома, все. Поставь доску. Заходи там. Поставь доску. Ой, собака. Для казана. Так, раздеваться-то где нам? Здесь? Вы пойдете с ним? Не я, как бы, да? Один раз я, остальные не я, блядь. Они выкладывают ее на Авито, блядь, да? Вот эту хрень, типа, знаешь, там, типа... Да. Машина без ДТП. Понимаешь? Так, так, да. Вот, кстати говоря, значит... Не все так просто с этими вот нюансами. Так, это у тебя гараж такой, да? За сколько ты покупал вот этот, как его называют-то? Контейнер. Сколько он длиной, Серега? Рублей 70, не помню. А длина какая у него? Сифутовый. А длина? Не помнишь? Фут сколько? А, 6 метров. А ширина? Брать не буду. Два, наверное, ну два будет точно. Это не двух, не два с половиной. Меньше, да? Ну смотри, Серега лянет, Серега метр 80. Серега, ложись. Нужно для YouTube канала. Нужно, Серега. Вот дом, вот. А, вот этот дом, да, который. Ну-ка, сейчас я засниму его. Серега, а что это за станки? Что за станки стоят? Ну это какой-то не дом, это сарай какой-то. Ну что, не открывается ларчик-то? Ключи еще не знает даже какие подходят туда. Так, это здесь что у нас стоит? О, матч, честно. Тут еще появится. А что здесь, так, номера что ли есть какие-то? У вас снегоходы там. Да, прикольно. Вот на этом снегоходе, вот это белая молния, это красная молния. Слушай, а какие там мощность моторов у них? Это 600 E-Tech, у него 115 сил. Двухтактный, блядь. А там стоит Скандик снова 900, блядь. Слушай, прикольно. А сколько они стоят? Вон тот беленький. Ну, приблизительно хотя бы. 700 рублей. Слушай, а вот этот что за двигатель? Ямаха. Это Ямаха. 20-ка четырехтактная. На что его вешаешь? На лодку. Лодка там, да? Вот здесь. А, здесь лодка? Да. А что за лодка? 410 у меня, кайман. Это алюминиевый, что ли? Нет, не думаю. Думаю, но там дно пластика, наверное, да? Нет, дно сборное. Ну, сборное, да? Да. Я не знал. Слушай, а ну, прикольно. Скандик стоит сейчас 1 600 000. Слушай, ну прикольно. Слушай, классно. Лей. А тебе не налили ничего? А что делать? Так, оставь себе кость. Здесь, да? Это плов, который готовили, да? Нет, покупали в магазине. Это покупное, тут готовили, чтобы ты снимал. Двигайся. Ну что ты делаешь? Нет, стой. Ну, бокал-то грязный. Бокал неподходящий? Или что? Он грязный. А, грязный. Ужас какой. Вот. Вот так мы живем.
Здравствуйте. Привет. Что это такое? Камера. Привет. Камера? Что с носом? Не знаю. Женька, привет. Здравствуйте. Привет. Да я так вот за компанию делаю. Делать нечего, потому что они что-то поставят. Дверь закрываем. Тихо, железную дверь. Сейчас. Да, я иду, иду. Человек еще. Железный. Добрый день. Привет. Сергей, здравствуй. Здравствуй. Вань, здравствуй. Привет. Как жила, как баня у тебя? Ой, Собакин, привет, 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 хороший. А где Валера? Да, о, Константин. Здравствуй, Валер, не рад. Да. Привет. А ты за рулем? Илюха за рулем, я пивка уже всадил. Двери закрывайте, дети голодные. Двери закрываем. Валера, естественно. Здесь Валера. Че? Здорово. Здорово. Че, все ненужные в логово возим, да? Здрасте, здрасте. Чувак, тут сейчас веселье. А это надо проводить. Ой, Фред. Да, у нас Фредди. Все, ладно. Если что, дай ему по морде. По морде, давайте мы на. До нового уже. Ну, Шрамы татуировки пробей, как у Тайсона. Хороший крем, да. Я рассказывал Толику историю, рассказывает, неинтересно. Говорит, давай нормально, нормально. Привет, я ему раз, а он я ворочно убираю бродилку. Можно мне нужно? Подожди, Илюха, давай загружай полуторатонные собаки, которые... Так аппетитно ела. Да мы они только что пришли с улицы, они так валялись вообще. Мы гуляли целый день, мы плов... Мы... А что вы пьете? Мы пьем спирт. А чем? Яблочком. А нет, такой, ты будешь закутку? Салат? Нет. Взял такой, знаешь, куда... Яблочко. Французского, знаешь, такой... Взял такой, знаешь, из стола, знаешь, на изобилие такое, он взял яблочко такое. Thank you. Он понял, что типа, знаешь, я боюсь, это есть, знаешь. Изобилит на квадроцикле, два раза перевернут в грязи, яблочко так вот почищено об руку, изобилие. Тушенка сегодня. Нет, салат там еще был. Салат какой-то изобилие. Да. Он был с переводчиком, француз. Салат изобилия. Да. С грязью, с дорожной. С дорожной грязью салат. Капуста, какая у вас хрустящая капуста. Не-не, это песок здесь. Два раза на тут. Потому что дети выходим, мы едем обратно на дачу. Вы в школу не идете, потому что я до часу в машине сидеть не буду с собой. Бедные дети, как вы. Дети рады были. Класс, спасибо, папа. Да, а вот, а я ему звоню 15 раз, 15. Кто-то у нас благостное такое настроение. Дети тебя благодарили. Не знаю, я пытался пьяного Серегу поменять на Аркану, но не соглашался он. Слава богу, сейчас привыкла. Я сказал, если что, куплю тебе... Я привыкла, да, она с третьего раза на тапе. Да, ладу грамм тебе. Легко. Вон, Вазик приезжает. Аркана! Жалко, Вазик. Все дальше, реализация такой идет. А сам там на прадике. А потом, знаешь, каска бедная устанет платить, там они ездят. Чего, Вадик, ты нормальный тема. Вадик, есть. У меня там все, у меня там 2 литра водки, литр коньяка, еды, паёк. Счёты ещё лежат. Счёты уже такие, знаешь. Маленький работник вот такой же в бардачке. Счёты. Счёты тут долго уже сидит. Сковородка, колонка. У меня, знаешь, можно жить неделю, знаешь, не выходя с Уазика, блин. Мама, сейчас это филёв. Давай, пока. Знаешь, что я на самом деле делаю? Пока! Всем пока! Посмотрел? Что я делаю? Ну, задняя дверь так раз, и столик чик откидывается у тебя. О, вот это, кстати, надо сделать. Задние двери. Прикольно получается. Я, короче, вчера смотрел, есть ли на Паджеро Вика стекло с обогревом.
Нет, вообще. Я хочу гулять. Знаешь, какие вот первые паджеры? Мне скучно одно. И длинный квадрат. Вот они просто разбил. А дай я только, пожалуйста. Лобовое. Мы иногда ругаемся. Там есть такие квадраты. Спортсмуды, Сейчас. О, нифига себе, снега нападала. Нормально, да, нам бы вчера. О, папанька снег гребет.